Нужно снова заняться нуформом. Мне пора в кинотеатр. Я, конечно, помню. Привет, Майлз. Помнишь, я говорил, что знаю кое-кого, кому интересно подполье. Она на линии. Привет, Человек-паук. Я Даника Харт. Хочу записать серию подкастов про подполье. И твой айтишник сказал, тебе нужна помощь. О, ого. Я твой фанат. Я как раз нахожусь на одном из их баз. Что-то посоветуешь? Фанат? Ого! Так, прости. На их базах стоят глушилки, из-за которых полиция не может координировать захват. Отключишь их, я вызову полицейских, и они разберутся. Записано. Спасибо за помощь, Даника.
они? Это Робсон? Не совсем, но почти. Слушай, я заглянула в полицейские отчеты и что нашла? Не так давно была перестрелка между мафией и неизвестной группировкой. Очевидно, это было подполье до умельца. Подполье воюет с мафией? С преступными синдикатами? Они хотели признать. Вот почему решили напасть на тех, кто тут всем заправлял.
Надо найти глушилку. Я могу отследить проводку с помощью костюма. Можно начать с проводов. За ящиками есть блок. Сказал бы Пит, это бинго. Ого, это зал славы Маджии. Нашел глушилку. Можно выходить. Черт! Эй, тут выход перекрыт. Мне с кем-нибудь связаться? Позвать помощь? Я разберусь. Хотел от меня спрятаться? Этот старый лифт – мой шанс выбраться отсюда. Чуть-чуть топлюсь. Покерные фишки. Традиции старых синдикатов. Удалась их хитрая ловушка. Так, я отрубил глушилку. Отлично. Сейчас аноним позвонит в полицию с наводкой. И все, база закрыта. Спасибо за помощь. Ты получила, что хотела? Ага. Теперь хочу разузнать побольше об этой войне между Маджией и подпольем. Пахнет сенсацией. Здорово. Мне уже не терпится послушать новый выпуск. Нужно снова заняться на форму. Мне пора в кинотеатр.